Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы играем в очередную игрушечку, которая похожа на инди-игру. Только считай, как есть небеса ВКонтакте, тоже что-то типа такого. Если вы компетент черепа, то несете урон вашему врагу. Сейчас это справа. А, сформируйте комбинации из черепов, нанесите урон по моей броне и жизни, равно вашей силы атаки. Комбинирую черепа еще раз, ваша сила 3 единицы силы атаки. Уничтожает 2 единицы моей брони, несет 1 урон моей жизни. А, вон как. А теперь скомбинируйте несколько камней, чтобы зарядить свое оружие. Здесь. А, видите, как заполняется сфера? Скомбируется еще синих сфер, и она будет полна. Фу, какое оружие, смотри. Ваше оружие — меч героев. Готов, выберите его. Выберите, чтобы применить меч героев. Сразу. Отлично работает. Теперь скомбинируйте эти черепа, чтобы закончить сражение. Воу. Изи пизи лемон сквизи. Четыре золотых. Одна душа, одна опыт. Все зашибись, ребята. А теперь настала пора взять крепость Огров. Наши союзники уже спешат к нам. Славная будет битва. Надеюсь на этом, что она будет славной. Так, к нам добавились и псины старые союзники. Я решил помочь и усилить их немного. Давайте приступим. А стороны бою ходят по очереди, но комбинируется из четырех и более камней дает дополнительный ход. Давайте скомбинируем еще фиолетовых камней вашему дракону. Нужно целое море фиолетовой маны. За три камня можно получить 3 единицы маны. Теперь он только комбинирует, все. Так, у нас по времени что вообще? Мана, если это упадет, вот здесь нет никакой комбинации. Ну давай вот эту комбинацию делаем. 13, нифига себе. Только сейчас увидим. Комбинируйте, если камни будут давать синюю ману. Ваш войск сверху вниз. Оба используют синюю ману. Давай, офигарь. У вас есть два воинца. Используйте коричневую ману, она будет переходить сначала. Приходить сначала в верхнюю воину. Так, что это такое, блядь? Теперь поменялся. Воин теперь полный мана. А, и он готов применить свой взгляд. Выбить для этого. Опа. Я всем союзник попадаюсь тогда. А. У вас есть готовые к использованию заклинания. Всегда следите за своими заклинаниями, чтобы знать, когда они будут готовы. Носит идеи 700 родного дракона, носит по один всем остальным врагам. Мэнвейнс, блин. Ван, топалс, все. Никогда не пропускай комбинации черепа, если только нет других комбинаций из четырех и более камней, иначе враг применит их против вас. Короче, обязательно черепа применяем. Вражеские игроки будут комбинировать с камнем, чтобы заряжать свои заклинания. Ух ты. Ух ты. Ну нормально. Ты славно потрудился, мои союзники должны были пойти дальше, но их оставили все такое. Пусть они помогают тебе в следующем битве. Так, приобретаешь новые умения, приобретаешь новых врагов, дракончиков, вон. Продолжить. Утвердить. А, ну, в принципе, будет загружать дополнительно, пропустить. Пока не будем дополнительно. Наше приключение может продолжаться на огневых пике. Выберите, чтобы узнать. Вокруг полно приключений. Выберите кнопку приключений, чтобы продолжить историю на огневом. Хорошо, давайте посмотрим. Мы разрушили вратак, направляем прямиком крепость Огр. По-любому это можно играть с другими игроками 100%, потому что она рассчитана, видите, один на один. А приключение — это одно. В принципе, бесполезные
диалоги, они нам здесь якобы не нужны. Так, изменить команду. У нас есть что вообще? Дракончик. Улучшить. Меч героев. И дракончик. Все у нас. Такая фигня. Усиление. Применить. К бою. Так, что у нас? Теперь нужно 4 камня. Это по-любому 4 камня. Фигаем. Экстра балл. Вот, каждый, видишь, ману требует, а и черепа только, и все. Так, теперь нам нужно. В принципе, по времени здесь неограниченное число. Но комбинация из 4. А, давай вот это используем. Такая дракончик сейчас. Зачем он коричневый шибанул? Наносит случайно врагу 2 единицы урона, трансформирует в случае случайного дракона. Ух ты, нифига себе, какой дракон. Дракон стал случайник. Зеленый теперь надо, да? Мне теперь зеленый нужно, чтобы получить ману, либо вот эти. А так как вообще ничего не комбинируется, можно что-то. Видишь, ничего не получил при этом. И он тоже ничего не получил. О, у меня теперь синенький есть. Синенькие. Синенькие, кстати, добавляют верхнему дракону. А чем такое есть? Ну, давай. Подходим. Не будем. Заморачиваться. Ух ты. Урон. Да, все крандец. Так, теперь что у нас здесь происходит вообще? А, вот уж нет. Бамс. Ух ты. Комбинируясь 5 и более камней, убавит полученный ману. А, либо такие, вон чё. Видишь, чё, чё такое? Экстра таун. И серый, или... О! А, серый ты точно можно. Там, ну чё, братан, взрывает полностью всем врагам. Драконис. Ну и все. Победа. Упустить у нас там новый уровень, новая жизнь, новая броня. Так, выбор мастерства. Мастерство земли. Ну да, мастерство земли. Ууу, я аватар. Площадь первому врагу в бой. Жалкие малявки, вы все умрете. Вы получили более мощное оружие. Давайте посмотрим на вашу команду. Изменить команду. Оружие или более мощное оружие. Взяли оружие, нажмите на кнопку, чтобы вернуться. Боя. Огр. Ну давайте. Экстра балл. Вот. Ух ты. Уж. Ох, сколько всякой фигни давал. Так, теперь что у нас есть? Так. У нас красный дракончик тоже, да? По-моему, да, у нас дракончик красненький. Может никак, ну ладно, давай посмотрим. Применить. Не знаю, что это. А, двоим. Так, теперь у нас на коричневый, ну что, а дракончик красный. Ну ладно, коричневый, так коричневый. Так, а дракончику красный, значит. О. Да, дракончику красный. Ну давай красный, мы сейчас он пилит. Ничего не упал. Так, давай-ка применить. Он трансформировался в другого дракончика. Так, теперь что у нас? Вот эту так вот берем.
Берем. Бамс. И наносит слабый урон. Вот так, что ли? New Stables. Что, не хочет применять? Магию не хочешь, что ли, применяться? Я тут не понял. Так, нет, мне надо либо синенький, либо эльф. Синеньких нет, я так понял, да? Очень жаль. Очень жаль. Давай, давай, так. А вот попало. Так, что у нас тут есть? А, давай. Ух ты, блядь, 4. О! Ну, наносит 30 вырубленный врага и вдвое меньше соседним врагам. Ну, труби, пизда. Разлетелась синева. Разлетелась. Третий уровень. Применить мастерство магии. Мастерство огня. Наносит первому врагу. Награда. Неплохо, мой юный друг, но для того, чтобы быть сенсеем, тебе нужно еще сальто сделать, как минимум. Так, огневой пик. Испытание, тоже испытание. Посмотрим, испытание. Бой, разобщить. Ну, кстати, давайте посмотрим, что изменить команду. Кто это такой? Разместить войско. Все, мы добавили новых союзников. Обычно сложно только сейчас. Ну, бой, у нас 4 человека вообще там. Против нас. Дал. 5 коней камень за то, что включение будет больше. Ну и зато. Это вообще было жестко, конечно. Так. Коричневую надо, да, нам коричневую надо. Ой, бля, вообще зашибись. Экстра балл. Так, что у нас дальше? Так, 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 так. О! По-любому надо. Черепа это обязательно вообще. Вообще, вообще обязательно. Так, у нас вот это, да, начинает? Либо красный. Ну, давай вот эти. Ух ты, камень сейчас применить. Вот чмо. Плохо, 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 плохо. Ага. О, тоже я применю. Давай-ка. А, это мы применяем. Дает дополнительный ход. Окей. Берем дополнительный вход. Вход. Что у нас тут есть вообще? А, 4 маны. Ну, почти, кстати, уже. Осталось дракончик было. Как все улучшить? Ух ты. Так, у нас надо... Только красные, что ли? Жесть. Это такие. Ну давай тогда такие. Вот, будет применима сила, неизведомой тобой. О, красненький, кстати. А, был красненький, да. Какая у нас. Бамс. Ух ты, экстра балл, еще близко. А, нет. Очень сильно. О, ну и тебе сыграл. Почти. Жалко.
Жалко, чёрт. Так, что у нас еще? Неприменимо. Так, давай-ка. Так, ладно. Две. У меня здесь 6 здоровья, у этого 5, грубо говоря, да? Мне нужно, чтобы красненький был. Ну, давай. Огненный шар. О, теперь стал жестким, жестким дракончиком. Успел я трансформировать, а? Давай. Это либо такой, либо синий, да? Синий. Так, синий здесь тоже. Пойдешь, подставишь ему черепа. Сейчас это подставлю на череп у него. А, это вот не подставлю. Ошибись. Это он не подставил. Ну, это кстати. О! Блин, прикинь. Вот он дурачок. Что это такое? Наносит всем 4 вероятность заразиться врагов. О-о-о-о-о! Все, пройдет с меня. Эх, блин, вот этого будем брать. Все хорошо, блин. Так, сколько там? Открылись. Пока бэмс. Бэмс. Ну что? А что нам там еще надо? Нам нужно какие? А, синие много. Так, что у нас так еще надо? О, все, братан. Тоби пиндец. Да, дракончик, кстати, прикольный, то, что он трансформируется в другого дракончика. Это вообще четко. Четкое. Уровень мастерства. Наносит случайному врагу. Вот смотри, вот тут такая фигня. Что, например, можно вот так вот нажать. Откроется. Откроется на 5 уровне. Боблин разговаривал со мной, там вообще нужны собаки и так далее, и так далее. Ладно, бой. Взять их. Вы можете разведать эту команду. Изменить. Оружие. Заменить. Наносит случайно врагу 3 и по 7 единиц. Открыть 7. Вот. Хило наносит первому врагу. Так, ничего больше не надо. Это гоблин, я не помню. Давай, к бою. Две собаки. Сейчас мы двух собак вообще прикончим. Что у нас? 8. Раз, прикончил. Даже особо минус. Так, у нас не увидел я, да, 4. Я не помню, сколько нам красный надо вообще. Красный, зеленый. Ладно. Красный обязательно вообще. Красный 100%. Бэмс. Только первым. Все, изи. Изи победа. Огром главным псарем. Ну давай. Давай, сейчас. Огром. О, кто, нифига себе, какой у него. А, нет, этого. Чувак. Так, это нам что надо? Опять нам надо. А, нам нужно вот это.
Так, давай хоть сразу применить. Памс, и все. Изина. Так, и что-то еще нам надо. Синет нам не нужно вообще. Нам либо другое, либо, блядь, ну вот так. Ладно, пошку давай. Я не найду ходов, в принципе. Давай, блядь. Ох ты. Бам. Вот тебе звездец, чувак. Ох ты. А-а-а. Изи-пизина. Был самый бой тот главный, самый жесткий. А так, по факту, ничего такого. Мастерство огня. Награда. Псы наши. Теперь мы будем жесткие. И пес, да? Да, получили пес. Теперь у нас меню появилось. Видишь, какое меню стало у нас? Так. 7 жизней, база урон, мастерство. Здесь можно лучше бонус броня, но вот выбранные доспехи, я так понял. Забабосы, которые. Инвентарь, золото, души, слава. Ну, это так, сфера, которой у нас нет усиления. Если идет атака, броня. А, кстати, что это у нас еще? А, ну, это другое. Войско, сундуки, которые нам тоже могут дать. Гильдии, игры, кстати, PvP еще не нам доступны. То есть, какие игры нам есть? Охота за сокровищами. Ну, тоже так играешь, короче, да, много очень режимов здесь. А, также здесь можно играть с другими игроками, но оно откроется на 10 уровне. Как я уже и говорил, потому что это, наверное, рассчитано на PvP. Если вам понравился такой стиль игры, типа небесная ВКонтакте, то, пожалуйста, играйте. С вами был Швили, до новых встреч, пока.